Всем здорово, это Котопес, и мы начинаем наш стрим, который называется «Шлепни комариху». Вкратце пробегусь по правилам. Для участия в стриме необходимо зайти в канал игры, который называется «Шлепни комариху», и по счету на 3, 2, 1 попасть в бой с нашим звеном. Если вы попали в противоположную команду, то необходимо сбить комариху, и тогда вы получите голду. Если вы попали в команду с нашим звеном, то вам нужно защитить комариху. Тогда за каждый сбитый самолет вы тоже получите определенное количество голды. Сегодня у нас небольшой сюрприз. Комарихи будет две. Это Вика с ником Вика и Таня с ником Татьяна Перфект. Голды будет, конечно, в два раза меньше, за каждую комариху по 500, но зато и шансов сбить ее будет больше. Начнем со второго уровня, будет 6 боев на втором, третьем, четвертом, пятом, шестом и седьмом уровнях по одному бою. Готовим второй уровень, минутная готовность. Сейчас я зайду в комнату с нашим девчонкам и поздороваюсь с ними. Channel switched. Девчонки, привет. Привет. Приветик всем. Так, вам... Наверное, вас узнали, да? Я надеюсь. Конечно. Мы здесь постоянные. Да, а Татьяна, к тому же... Я самая первая комариха. Да, да, самая первая комариха. Так приятно снова вернуться в этот стрим. Сейчас я объявлю минутную готовность. А вы готовы? Мы готовы. Да. Вдвоем вам же будет интереснее. Конечно. Ой, как. Мы же, девчонки, сейчас будем всех обсуждать, да, Викуль? Конечно. Как летает, у кого какой самолетик, по моде, не по моде. Так, обсуждать. Меня только с ними не обсуждайте. Окей. Хотя можно, я вам доверяю. Дима, ну мы же только позитивно. Мне говорят громче говорить. Сейчас попробую говорить громче. У меня почему-то на втором компьютере нет трансляции, поэтому я не могу это контролировать. Ну что ж, сейчас летим. Хорошо. Отсчет. Три. Опс. Три. Два. Один. Летим. Пятьдесят восемь человек всего учили на втором уровне. А где вы видите это? А вот справа, внизу. Там, где написано «Игроков в очереди»? Да-да-да. Ну так у меня вообще там 179 почему-то. Нет, а на втором уровне, там же по уровням. А, ага, я поняла. Так, Серега Таляка с нами. Это вам круто. Вам будет легче еще. Зато Миша против нас. Питбуль Панцер. Миша тоже серьезный парень. О, Илья против нас. Да, Илья против нас. Ну, ты сказала, что он мальчик хороший, может, он не будет вас бивать. Ну, наверное, не в этом случае. Я от вас улетаю, вы давайте как-нибудь поем. А вы давайте как-нибудь как-то сами разбирайтесь. Да-да.
у меня ракеты есть. Две штуки аж. Да ты он крутой. Даже с ракетами? Ну, у вас вообще крутые, смотрю, самолеты. Нет, я ракеты не ставила. Да они не сильно мешают. К тому же их, когда стрелишь, такой же становится. Зато можно приколоться с какими-нибудь штурмовиками или тяжем. Да. Я как-то вообще никуда ракеты почему-то не ставлю, не знаю. Не умею ими стрелять. Так, Галыга и Пепелац против нас. Ну я нас. До патча 1.5.0 нормально стрелял, но сейчас что-то как-то не получается. Вот справа это не они, не самые опасные, хотя тоже, конечно. Да. Но они где-то там все слева затаились. Так пострелять хочется, да, Вик? Ага, так хочется влезть туда. Ну. Выводи. Первый. Вик во втором стриме постреляет. Да, да, я там оторвусь. Хотя помню, в тот раз, сколько я на долягу не замахивал, постоянно он меня сбивал. Второй. Так, все правильно, вы в нашу кучку прячетесь, да, молодцы. Я решила вступить. Поверху тяжи идут, один, по крайней мере. Я тоже уже решила в бой вступить. Зря, подождите, видимо. Подождите, рано еще. Девчонки, рано. Хотя, уже, наверное, пора. Хотя, у меня уже 3 хп. Уже, да, пора, давай, меня сбивать. Конечно. Блин, не успела тебя спасти. Меня сбили. Ну да. А я на вторых левелах почти никогда не выживаю. Не знаю почему. А меня-то зачем кусить? Ну, честно говоря, на вторых левелах я вот впервые вижу столько скилловых игроков. Девчонки, вас уже обеих сбили? Да. Да. Я, ну, Таниного... За Таню отомстила. Отомстила и сама сразу погибла. Да на таких... картах коротких сложно, конечно, спрятаться. Я не знаю почему, но на втором левеле вот тяжело играть, не знаю почему. Карты зато это победа. Немножко. Да, Вику, хоть не обидно. Но. Может быть, вам тяжи попробовать в следующий раз взять? О, я тогда на тяже летала, так еще хуже было. Но и постоянно сбивали, вспомни. Как вариант. Но не сегодня. А хотя давай. Напиши переигровка. Мы берем тяжи. Не зачет. Что ж, поздравляем победителей. Я в пылу боя не заметил, кто это. Счастливчики и умельцы. Сейчас проверим. Ой, я тоже пострелял по кому-то. Татьяну сбил. Михай. Принскрин. А Вику сбил. Лайк Туф. Поздравляем. Готовим третий уровень. Готовим. Таня скажет, что у меня нету, да? Нет, третий у меня даже 2. Неожиданно. Моя готовность. Ну покажи, как. О, аж.
Ну, конечно, вы как всегда модные, у вас такие эксклюзивные самолеты. Долго пилить будут. Все хвосты снимут, пока распилят. Дин-дин-дин. Так, я тоже возьму самолет третьего уровня. Тань, а высота какая у него? Метров 500, наверное, не больше? 400. Ну, зато ты сможешь за себя постоять. Угу. Я самостоятельная девочка. Я имею в виду вооружение этого, как он там называется. Да. Может, мне такой же взять? А давай. И мне такой нарисуйте, пожалуйста. Ну, у тебя похож чем-то название. Таня, ты бомбу-то сними с него. А, хотя нет, можешь уже бомбки устраивать. Почему? Это же самозащита, конечно. А это у вас тяжелый или просто истребители? Радиус 50 метров всего у этой бомбы. Достаточно. Так что лететь нужно ниже 50 метров. Ну или хотя бы на 50 метров. Угу. А я сейчас, как всегда, на хавке. 3500. В космос. Так, ну я думаю, все уже готовы. Сейчас полетим. Как в тот раз Джафа говорил, я не знал, что хавку может на 3500 летать. Говорю, может. Легко. Отчет. 3, 2, 1. Летим. Таня, я буду где-нибудь рядом с тобой, но впереди тебя. Угу, давай я тебе в хвостик пристроюсь. А я, то есть, отдельно, да? От тебя. А можешь рядышком? Наверх, наверх, не, пусть наверх. Сейчас посмотрим сетап, сколько там высотников. Серега против нас? Ну, как я и говорила. Да. Миша против нас. Илья опять против нас. Джафик против нас. Так вы вообще штурмовики. А чё ж вы молчали, что вы штурмовики? А вот такая неожиданность. Да. Я почему-то думала, что вы тяжик. Не, ну как бы это тяжик, да. Ну такой. Да, сейчас как нападут на тебя. Серега тоже, как всегда, на хавке. Правильный, по-моему, читается хок. Да? Да, для меня хок. Что-то, а для меня всегда что-то хавк. Хок. Через хок. И это что-то, ну, там типа ястреба, да? Переводится. Да, ястреб. О, у нас закрылки есть, Таня. Да ладно, ну-ка, ну-ка. Михалыча нет, беда, печаль. Нету Михалыча. Михалыча ага. Нет, да. Вот это плохо. Так, я лечу первый, да. Вы там немножко где-нибудь. Я где-то вверху. Обнаружен противник. Таня, ты впереди меня летишь почему-то. Блин, ну я же играю. Окей, я сделаю кружок. Хочется побыстрее прям. В гущу событий. Ты вообще летала на этом штурме? Два или три боя. О-о-о. В принципе, он довольно неплохой. Неплохо маневрирует. Так, у вас там уже, смотрю. Да, у нас там враги. Гости. Что там есть всякие Сереги, Таляки? Да, вон, конечно. Ой, я везу Таляку.
Разворачиваемся. О, как удобно. Покусишь врага, по нему сразу стреляю. Я уже готовченко. Переключимся на кого-нибудь из девчонок. Ну хуй, тебе рандеву назначили, смотри. На Татьяну. Таня, у тебя самолет какой-то некрасивый, не раскрашенный. Земле. И ужас, да? Да-да-да, вообще. Не модный совсем. Я не в теме. Сейчас посмотрим, какую Вики. Вики, я тоже не раскрашен. Да, блин, я опять на... Да как мы так без макияжа, а, и вышли в рандом. Вообще жесть. Не успею никого прибить. Единственное украшение, блядь, вообще. Вика спасает Татьяну, у нее хвосты. Молодец! Оп! Я не вывела, блин. Я так часто его не вывожу, я не могу привыкнуть, что он до такой степени тяжелый. Тебя никому не засчитали, кстати. Так и меня никто не попал. Блин. Скажут, это нечестно. Не вывела. Тяжело. Не могу привыкнуть. Мне сколько муж говорит, он тяжелый. Выводи раньше. Потому что это не его высота. Да, да. Это у него и двигатель тяжелый. Здесь не будут возмущаться никто. Не, ну бывает так, блин. Все честно. Я все видела. Я не специально. Может, избила два самолета. Или участвовал в твоем. Ну что ж. Победа. Вика разбилась. Илья такой, вроде бы ж от меня. Да, да, мне да, даже да. Никто не попал. Мне по мне вообще никто не стрелял. Да, по ней никто не попал ни разу, поэтому никому ее и не засчитали. Стало быть, 1000 голды отойдет тому игроку, который сбил Татьяну за этот бой. А сейчас мы и посмотрим, кто это был. Смотрим, смотрим. Лорд. Раз и так далее. Зафиксируем. Поздравляем с 1000 голды. Ну и заскриншотим результат. То, что Вика разбилась. Чтобы не было потом претензий. А сейчас переходим на 4 уровень. Минутная готовность. Да, и поздравим как раз. Девчонки, вы что, притихли? Я беру вот этот самолетик. А я тут всячески пытаюсь доказать, что я случайно разбилась. Случайно все, ну бывает, серьезно. Парень, ну что вы возмущаетесь? Все честно было. Руслана, так, поздравляю. На таком же самолетике, очень хороший самолетик. На Цешке не полечу, потому что она такая... Да. А Дима решил взять ее. О, ты передумал. Не-не, я с вами. Окей. Да нет, на этом гора... на
Бруно, вот на этом, на Берте гораздо проще выжить, чем на С6. Да. Да его ж порезали вообще, что толку. Стреляешь. Ты его Бертой называешь? Да, ее иногда называли Бертой. Чаще Бруно, но иногда Бертой. Мне больше нравится Берта. Ну да, ты же парень, для тебя Берта. Да. А я ее Бешка называю. А я Бруно. А у нас с мужем Бешка, Ешка. Она у меня, кстати, легкая. Может, вам тоже облегчить чуть-чуть? Не хотите? Нет, мы уже привыкли. Я уже привыкла. Вам же нужно убегать, уворачиваться и быстрее летать. Ну, как хотите. А еще защищаться. И еще защищаться, да. У нас что-то помощники. Хотя мы выиграли вроде второй раз. Так-то наши. Ну, так-то нас никто и не спас. Вика тебя спасала вообще. Могла. Ну, да, так понятно. Я сбила что-то последнего, сбила и не вывела, и разбилась. А на команду надежды никакой. Я даже, кстати, не заметила, как Таню сбили. Она мне, на мне столько сидела. Да, там я видела двоих, одного убила, вот это не вывела, а дальше я не видела. Эх, не вовремя Михалыч в отпуск ушел. 3, 2, 1, летим. Сейчас по-любому... Все тоже бэшки возьмут. Ну, мне кажется, да. Ну, эксперимент со штурмовиком не совсем удался, но был интересный, так? А ты же помнишь, давно хотел, только ты хотел на 7-х левелах. Да, я хотел на ил-10-х, чтобы все были. Можем устроить сегодня, нет? У меня есть. Легко. Даже не знаю. Нет, они, во-первых, и могут и отбиваться. Не, я 51-го Д не променяю. Не, я так не могу. Хотя... Для меня он вообще... Я сегодня спидфайера продала 7-го левела, я не выдержала. На 51-м и на 6-м уровне можно полетать, на 7-м можно все-таки на вилах. Ну, смотрите, нет, думайте. 7-й самый лучший. Так, кто у нас здесь... Галыга Пепелац против. Питбуль Панцер. А с нами Таляка, Серега. Так, у нас вроде бы есть все шансы выжить. А где комары? Опять Илья против нас. Да, опять. Зато за нас Серега, Таляка, Миша наконец-то за нас. Поднимаемся максимально вверх для начала, да? Угу. Я вперед на разведку. Давай. Давай, как всегда. Да, тут карта маленькая. Я думаю, я успею вернуться. Нам по рации рассказывай, что ты видишь. Оп! Дим, это было опасно. Я хотел заработать долго. Появились первые ранние. Кто там появился на горизонте? Это какой-то ранний. Куда непонятно. Это не охотник, да. Они, помнишь, они в прошлый раз пошли по краю карты и вынырнули как бы сверху, сбоку. Я да, думаю, что и сейчас было. Они тоже, скорее всего, слева идут по краю, так что... Там он что-то японец. Я заболтался, меня уже стреляют. Да, наверное, японец по тебе там. Утащу его наверх. И пусть займутся. Еще и двигатель, и пожар. Все, сбили его. Вот такой был план. Ой, чей?
Это что было? Китайский язык? А он чай? Дима, нам нужна шифровка другая. У меня 9 хп осталось. Таня, там на тебя Бруно. Да. Два штуки. Ну все, меня сбили. Илья, негодяй, меня сбил. Да ладно, меня можно. Вики сердечко. Видишь, чушка. Счет примерно равный. Либо у тебя Илья на хвосте. Я знаю. А пепелас впереди, так что я даже не знаю, что тебе подсказать. Татьяну сбили. Вик, вот на тебя два хвоста, и союзник только один. И тот, по-моему, не стример. Да, четвертого уровня. Вот команда, и... чем вы занимаетесь? Вика, это был твой друг, Илья. Ну, а что ж я могу сделать? Ну, лучше уж друзья... чем враги, да? Ну да. Вика Маякини. Тут некогда, блин, маякай. Ну, конечно. Честно сказать, я даже не знаю, какую кнопку. F какое там, F6 или F7. Команда сбивала кого угодно, только не хвосты с Вики. На Серегу. Да, но это засчитывается при условии нашего выживания, Свика. Нет, ну чтоб они... Чтоб у них было меньше шансов сбить вас. Ну да, конечно. Заколдованный круг. Так, ну эта карта была тоже маленькая. Тоже были сложности. Так что давайте. Я уже начинаю подумывать, чтобы позднего взять в следующий раз. Ну, может быть. Так, так, так. Пятый уровень, да, Дима? Да, следующий пятый. Вику сбил Илья. Скриншот. Таня, ты на чем полетишь? А где, ну, Кандра? Вот, смотри. Принтскрин, поздравляем. Ого. Угу, все серьезно. Готовим пятый уровень. 5 левел. Минута. Я не знаю, я всегда на этой мешке летала. Может, мне все-таки яд взять? Эмилю возьми. У меня нету его. Ну, тогда як, да. Не, у меня есть МЭ 209В. Да, хороший, да. Хороший. Он, кстати, конечно, очень быстренький. Да, ну... Он всех быстрее. И попасть в него сложно, он маленький. Да, ну, когда он начинает стрелять, то он точно ни в кого не может играть. Ну, для тебя это не главное в этой игре. А вот на яке я лучше играю, чем на нем. Як маневренный. Тань, ну у тебя тоже очень быстрый. У тебя подвесов-то хоть нет на нем? Ракет и всего прочего. Нет. Я делаю ставку на маневренность. Да, и на скорость. У тебя что, нету этого самолета? У кого? У тебя. Я пятый уровень продал, у меня шестой только такой. А нет, как правило, вот он у меня. У меня только без экипажа.
Да не, е, поставь назад. Да, конечно, Эмиля. Ева. Я его называю Ева. Ну, конечно. Так, ну что, готовы? Да. Да. Отсчет. Три. Два. Один. Летим? Мы как-то сразу попали в бой, да? В очереди да. Не посмотреть, сколько было. Может, с нами никто и не попадет? С нами почти никто и не попал. Да. Но против нас все. Все. Таляка. С нами Галыга, Илья. А вот да, Звенья напротив, четвертый попали. Уровень, он не участвует, да? Им. Да, мы попали к четверкам. Butterfly вот. World of Tanks, судя по всему, ник такой. Бабочка танков. Таня, буду стараться тебе прикрыть. Mm-hmm. Я не знаю, как ты. Ты любишь на тяжах летать? Я вообще не могу на них летать. У меня получается, по крайней мере. У меня раньше получалось, сейчас. А сейчас вообще. На этом тяжике я вообще звонарёв взяла. Классно. Вика, ты обратила внимание, что Серега взял такой же самолет, как у тебя? Он в прошлый раз не мог тебя достать. Или догнать не мог. Купил, да, специально, на заработанную голду. И Толяка тоже, да, на заработанную голду купил себе эти самолеты. Давай послушаем Илью и пойдем туда. Да, да, давай. А, ну видишь. Так, Руслан. Да, вот они все приближаются. Поднимусь еще повыше. Опять скучно, да, Вик? Да. Я смотрю, что там на одного на нашего два напали. Они там кружатся в уголочку там. Парни, ну по одному подлетайте. Мы с Викулей тут вас встретим. Какой хитрый. Давайте, самый смелый сюда. Вон, Толяка летит. Да. А я не полечу за ним вниз. А меня идет, да? Где Толяка? За ним Серега, видишь, повыше. Ага, да, вижу. Может, девчонки, вам вниз свалить? Ну как? На скорости куда-нибудь вниз уходите. Хотя они вас догонят, у них такие же самолеты. Лечу к вам. Еще Руслан к вам там. Помогайте друг другу, что ли, не знаю. Викуль, вытягиваю в твою сторону, смотри. Да, я развернулся, подожди. Давай же.
Да, на этом, конечно, штуки стрелять. Да, у меня тоже легкий вариант. Выводи. Так, с одного сняли. Эх, я мазила. Оружие перегрелось. Эх. Выводи. Попадаю совсем под децилом. Это он сам разбился. Я, конечно, его чуть-чуть. Все, не буду никогда больше на нем летать. Я не знаю, он такой галим. До степени. Он вообще не разворачивается, не попадает. Все, не отговаривайте. В следующий раз беру якорь. Спасай Татьяну. Как спасать, если оно вообще косое до такой степени? Тут лишь бы самой спасти. Ну да, у меня натяжка тоже не будет. Да, ну да. Таскалась мосты. Оружие перегрелось. Надо брать самолеты, не те, которые по высоте, а которыми хорошо управляешь. Двигатель перегрет. Так, сейчас еще меня не слышно. Последний враг. Ну. Девчонки. Угу. Вы там радуетесь или грустите? Непонятно. Грустим. По крайней мере, я. Вроде победа, но как-то опять. Скушайте шоколадку. Давай. У меня только горький. Пойдет. Тоже попила чаек, спасибо. Шоколадка, все. Итак, Татьяну сбил. Так, Таляка. Ну, на шестом у меня вариантов нет. Принскрин. Это понятное дело. А Вику... Это не обговаривается, ну, даже. Да-да. Тоже принтскрин. Поздравляю. Победителей. И переходим на следующий уровень. Шестой левел. Не, конечно, Фокивуль тоже хорош, но меня на нем точно сбил. Минута. Не, он хорошо, у него пулемет хороший, конечно. Так, ну сейчас-то ведь самолеты, Вика, твои любимые пошли. Да, так что давай выживай, да. Попробуй только умереть. Я на этих самолетах беру хитрость, когда я летаю в самом низу. Меня все вверху ищут. Посмотрим, что пишут в чатике. Те, кто смотрит трансляцию, они уже знают, какие самолеты вы выбрали. Сейчас ты так только пишешь, я быстренько раз и поменяю. Да-да. Да, нужно было взять низколеты и в последний момент взять мустанги. Блин.
Да, когда ты там пишешь минутная готовность, отчет. Все, я на ИЛА пересажусь. Поменяли. Готовы? Да. Не будете менять? Да нет. Не поменяли уже все. Угу. Тогда отчет. Напишут, кого вы дурите. Три, два, один, летим. Опять сразу попали в бой. Угу. Я даже циферок не увидела. Вот, я тоже, я про это и говорю. Класс, опять они против нас. Мухобойка. Что-то Ильи не вижу. Не попал с нами, что ли? Подо мной, смотри. Они с нами, и Джаф, и Илья. А, точно, все, я... Ты их напротив ищешь, наверное. Так, не, я вообще посмотрела, нигде нету. Комары с нами будет победа. К тому же карта огромная, здесь вообще можно спрятаться где-нибудь, вообще вас никто не найдет. Ну и единственное, что они будут смотреть трансляцию и вас теоретически через полминуты увидеть. Но они будут видеть только ваше расположение на карте, а если я на вас не буду переключаться, то высоту они не будут знать. Ну, ты не переключайся. А если вы останетесь только вдвоем, как это бывает, то я ж не могу переключаться. На воздух, на небо. Да. Расскажи, какое красивое небо, покажи, какая красивая графика. А можно нажать волшебную кнопочку Home, и не будет ничего видно, кроме самолетика. Скажешь, ой, что-то да. Техническая какая-то неполадка. Контур Home. Ну, у меня просто на Home. Да? Угу. Обнаружен противник. Сейчас проверю. Что там? Да, просто Home тоже работает. Так, вижу мустанги. Да, высоко. Фридрихи. Да, 2600. А, ну мы выше, по крайней мере, я. Идем здесь или может пойдем чуть-чуть назад? Давай назад. Это что-то как там близко мы возле них. Я сейчас их вниз тащу. Нам уже прорываются. Угу. Хотя, я... знаешь, можно было так аккуратненько под стеночкой увлекся. Туда шмыгануть. Не понятно, я думаю, чем... что там. Или заметил, что я... Ой, девчонку, тащить их не надо. Вот-вот уже близко, смотри. Дима отбивался до последнего, очень стойко. Диму я били. Не отбивался, я уворачивался. Я их вниз утащил, зря нет. Правильно, правильно. Правильно. Таня, ты там так близко возле них? Ну, надо же хвостиком покрутить там, позаигрывать. Да, сейчас тебя быстро все толпой, блин. Вот она! Татьяна, 5 звездочек. Даже две на земле. Смотри, идет прям целенаправленно. А вот Илья. Они там, по-моему, все толпой. Удивительно, почему-то наша команда молодец. Тает.
При том, что бои происходят на нашей земле. Серега. Как так-то? Интересно, они там все вот там в куче? Сколько их там осталось? Давай посчитаем. Коляка спасает своего друга Серегу. Спас, можно сказать. Я думаю, надо в угол. Снял хвоста. Делать ну, еще не совсем спас. Так, ну пока наши вон справляются. Молодцы. Ну, Серега и Таляка. Это очень такие Илья хитрые. Я почти одного добил Серегу, но его спасает Таляка. Ну, боем. Понятно. Ну, кто-то пытается вон, смотри, пристроиться. Таня, ну покажи, что вот такой, блин, исчез. Да, двое против одного. За нами тут тоже, видишь? Да. Спири все. Я не хочу умирать. Такая же фигня. Тем более, это мой любимый самолет. Дима, скажи, тебе какой самолет не дай, я смотрю, ты всегда умираешь. Девчонки по наземке примерно равное количество, поэтому очень долго будут рядом с тобой. Да ты нас так успокаиваешь, да? Подбадриваешь. Что нам долго мучиться, да. Чем вроде у нас побыстрее начало идти. Миша, он, смотрю, молодец, там всех порвал уже. Ну, парни, а почему никто его не берет? Так что... Еле дышит. А Таляка? Таляка полный был, сил. Был целый, да. Москиты упорно за нами идут. Кругляшок. Ага, смотри, Бикуль, разворачивайся быстрее. Кто-то там у вас, да. Да-да-да. Ага, вижу, вижу. А, Серега, и с этим убейте ты сама его, справишься. Убейте его. А, и Таляка там. Тогда нет. Тогда к нашим. Начала разворачиваться. Ну что же вы делаете? Они ниже нас. Давай добьем. Ну, Серегу вы, может, убьете? Воу, молодцы. А, давайте и Таляку вдвоем-то. Че вы? Девчонки, давайте. Окей. Девчонки наши комарихи охотятся на охотников. Москиту только близко не подлетайте. Виталий, извини. Викуль, я смотрю, ты тоже хочешь сбить комариху. Девочки охотятся на Таляку. А прикольно. Женская месть, она всегда страшнее. Да, убила же. Победа близка. Хочет меня на таран взять? Ура! Ну, вы молодцы, девчонки. Победа. Ну как. Вот этот один бой стоит всех тех проигранных четырех. Мы старались, да, Вик? Не, почему у четырех? Мы же один раз выиграли там. Ну, вас ведь там всегда сбили, я имею в виду. Это... А, ну там, где я разбилась, а там мы же победили. Не, мы там победили больше половины, но там наша команда все равно вас не спасла. Да. И мы с Викой решили, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих в итоге. Да. Причем убили самых-самых охотников. Ну что ж, поздравляем нашу команду. Сортируем по сбитых самолетов. Закинул. Михай сбил аж 8 штук. Закончили? Вот ты-то молодец. Нет. Джав, привет. Мы еще летаем. Привет. Еще один Приветик. Бой. А, еще на 7 уровнях, что ли, будет? Да, 7 еще. Да ладно, я тоже хочу. Ладно, тогда отваливаю. Давай. User left your channel.
Вы заметили, что один наш игрок сбил 8 самолетов? Да, это Мишка мой. Вот-вот. И вы обе остались живы, и того у него 800 голды. Молодец, видишь? Блин, да, я его пригласила. Не дали ему. Да-да, там давно. Я говорю, взять. В стриме поучаствуешь. Он маленький, ему 17 лет. И Татьяна заработала 100 голды за спасение себя и Вики. Себя? Так, за скриншотили. Заключительный бой у нас будет на 7 уровне. 7 левел. Минута. Заключительный бой стрима. Затем стрим на премах. Так, а что же мне взять? Тоже мустанга взять. Самолет на спят. Ого, Дима, ты на этом самолете полетишь? А, я думал, ты полетишь на том самолете. Нельзя на том. Почему? А, он уже же есть в этом самом. В тесте обновления 1.6, да? Ну, вроде да. Я не так, знаю. Так что можно было. Вы там где-то смотрите, все. Я вообще к этому такая далекая. Так, зайти пострелять и все. У меня он, правда, в стоке, но это не важно. Я тут никого особо сбивать не планирую. Где прицел? Где взять прицел? Итак, это заключительный бой стрима на 7 уровнях. Будут у всех, скорее всего, мустанги и отсчет. Три, два, один. Летим. Так, спрашиваю ссылку. Чего ссылку? Одни семерки ушли без нас, так что вполне возможно, с нами сейчас кто-нибудь не попадет. Да, обидно. Да, обидно. Да, хорошо, да, хорошо, мне обидно. Мне не разошли. Да, обидно, что вы никого не собьете опять, как в прошлый раз. Не, ну собьем-то мы, скорее всего, больше, но обидно, что не все, кто хотел поучаствовать. А нет, тут что-то да. Все попали, да. Ого, смотри, сколько их. Одни звёна. Да, и все на мустангах, конечно же. Ну, это ж такое. И карта не очень большая. Блин, это плохо. Может быть, вам улететь туда, на остров Гоа? На остров невезения. Я же говорю, вдруг тут остров окажется невезением, на нас там на нас нападут там. Сегодня же не понедельник, а остров невезения только по понедельникам. Он Илюша подсказывает, 4 кей. Ой, кто тут так промчался? Это опять я. Ой, вообще. Разве так можно?
Вообще я предлагаю сместиться 8K там, например. Нет? Потеря управления. У меня на Мустанге 8? Нет конструкции, в ту сторону? Угу. Не знаю. Поэтому даже. Я... Ну то, что мы над своим даже штабом будем, это ожидание. Не смог набрать. Вдруг они все сейчас той стороной полетят. Уже такое было. Угу. Девчонки, вы говорите одно, а летите на совсем другую сторону, они же вас слышат. Ну-ка, мы так и делаем. Так, закрыли все уши. Сейчас будет женский разговор. Женский мат? Нет, мы культурные девочки. Ну как ты мог вообще подумать такое? Нет, ну при слове культура у меня почему-то мат ассоциируется. Понятно. Надо говори за себя, пожалуйста. Я же русский человек. Так, кто-то наверху мелькал. Ага, голубы вижу. Тут нас могут найти, Тай. Они вон как раз над рекой летят к острову невезения. О, я же говорила, что. А ты нас хотел туда отправить. Но они ну, услышали, давай, видимо. Вы знаешь вообще, как думала, может давай полетим? Кажу. Сделай точечку. Давай. Ага, я стащил таляку вниз. Надеюсь, они карты нашу не вниз, видят. Так что, если что, обращайтесь. Мы и так внизу. Да я смотрю, их много на высоте все равно. Девчонки, давайте наверх, а то они все внизу. Хорошо. Вот так она 800 поднялась. Да, я тоже еле-еле на 1000 заползла. Надо сразу наверх. Ну, мы опасны, выпутываемся. Я вижу. Ты решила проскочить? Да, ты не проскочила. Я боялась. Я вроде бы туда решила за ним лететь, как бы хотела в бой вступить, но потом передумала, увидела, что их сильно много. Кто за тобой, Галыга, да, присыл? Ну, как он от меня на 2000, он не живет. Ну, по-моему, Галыга, на метеоре, да? Маякни там. Фюзеляж поврежден. Питбуль панцер. Мы что-то немножко проигрываем. Да, да. Что-то есть. Посмотрим, чем занимается Илья. О, Галыгу сбили. А кто же тогда будет тогда лететь? Таляка. Ага. И еще там. Да, он пытается забраться на мою высоту. А, он тоже сюда на дэшке. Вижу Татьяну. Но уже повис, и его снимают. Все. Таляку сняли. Минус один. Молодцы. Еще там вот это. Серега, звенивая. Он тоже наверху, я что-то его не вижу. А нет, он внизу, он сам внизу, так что ниже, вы ниже. Там практически в безопасности. Я в космосе, да. Уже, я на 4500. На каких 4500? А на 800 нет. А, ну да. Боевика в космосе? Я не вижу. А чё вы на 5 километрах друг от друга? Так получилось. Это такая у нас стратегия. Была опасность. Нам пришлось, да. Ты туда так полетела? Тебе там не страшно? Я сверху всем привет и передала, и лечу к тебе. Ну вы еще не расслабляетесь, их еще много. Да. Никто не расслабляется.
еще Серега, Петрупанцер, Руслан. Какой Серега? Серега? А, да, есть. Я думала, что его сбили. Блин. Да, Ляху сбили. А и Серега был, думала, он сбил. Он был внизу там где-то, да, вышел. Вот, блин. Так, вот это, наверное, он на сейчас летит возле речки. За Таней сейчас. Так, да? Он? Джав? Да. Погнали, охотник. Где он там вниз отстал? Они все ниже нас, на 2000. Девчонки, как там звезды видно? Да. Могу тебе даже рассказать погоду на завтра. Мы тут как спутники. А я знаю, у нас завтра снег опять. Как классно. А у нас завтра, наверное, дождь. Опять. Тоже. Поэтому и карта снежная. Блин, они все исчезли. Вот это самое страшное. Когда не знаешь, где они. Неопределённость. Потом... Да, потом резко так раз. Здрасте. Они сейчас смотрят трансляцию теоретически. Высоту вашу, конечно, они не знают. А вот наши парни к вам вроде летят. Так что да, держитесь. Не знаю, ты так, кто-то светился. Так, вижу. Помнишь, как писали? Викторина, угадайте высоту. Кто-то ведь угадал. Да, он еще он сзади расстраивается. Сбили танкиста. Серега. Видишь, он низко. Серега. Это Серега, да. Джав. Все его. Нет, это не его сбили. Вика так злорадно. Когда же его собью? А че, может, вам пора принять участие уже? Нет, как не, я на него не буду. Кто-то там впереди еще. Давайте, давайте воевать. Если они к вам близко прилетят, принимайте бой, как в прошлом бою. Как-то и перелетят, так и примем. Ну, я думаю, что не успеем. В принципе, Вик, мы можем хвостиком повидать. Не, вниз вполне не безопасно для себя. Летайте пока там. Ну, я их всех вижу. Вот они все четверо. Но они внизу все. Да. Я их тоже всех вижу. Нужно дать шанс такой. Теоретически. Да, пусть наши парни завоевывают золото. Сами. Ой, ура, Серегу сбили. Последний враг. Что ж, молодцы. Кто был? Наша команда. Победа. Ура. Поздравляю. Вот, видишь, вот что значит на хороших самолетах. Ну да. И летать приятно, и прятаться. Да. Ну что ж, пока я фиксирую результаты, давайте, не знаю, там, поздравляйте или наоборот, обижайтесь на кого там хотите. Наша команда просто супер, молодцы. Главное, что сбили Серегу, молодцы. Да что ж, Серега думает, а викуль, да. Личная какая-то неприязнь. Потому что он, наверное, часто меня сбивал, поэтому. Никакой неприязнь, это так. Я любя. Ну а там с участниками всего стрима. С участием, ну, конечно, были такие моменты, что наша команда. Да, вообще не хотелось нас хвосты снимать. Да, всем, вообще том, летали что... где-то непонятно где. Я вытягивала, когда на лайтнинге была, вообще в линию. Старалась, чтобы это было удобно. Ну, как-то... Не знаю. Претензии к союзникам есть.
Так или иначе. Будьте внимательны и бдительны. Да. Ну что ж, тогда прощаемся, что ли? Прощаемся. Ну, Вика еще, не прощается. Ну да, я здесь прощаюсь, а там опять поздороваюсь. Всем пока-пока, было приятно с вами летать. Прям ностальгия такая, Дим. Всем спасибо за участие. Всем пока-пока. Вернее, до свидания. Ожидаю вас на следующем стриме, который состоится через 5 минут, который называется «Стрим на премах». Девчонки сегодня были молодцы. Сегодня, как всегда, они были лучшие. Всем пока-пока.